Здравствуйте, уважаемые друзья! В этом ролике мы поговорим о нашем интернет-магазине и о будущем сезоне осень 2021 года. И в конце ролика я отвечу на один вопрос, как всегда, по самый частый, который задают при заказах в нашем интернет-магазине. 20 августа, я извиняюсь, что я буду читать, но потому что столько информации, я не могу удержать в голове, кроме меня и других дел тоже очень много, поэтому прошу прощения, но я думаю, не против будете, это написано все мною. Итак, начнем. С 20 августа начинается прием предварительных заказов на нашем сайте zelenka-kum.ru, питомника «Хвойный дворик». Также с 20 августа пройдет рассылка пользователям сайта. Также мы выпустим ролики, обзор всех позиций сеянцев. В каждой карточке товара будет видео, вы сможете ознакомиться с ним. Фото в каждом карточке товара настоящие и наши. И поэтому то, что мы фотоем, вы можете любую фотографию взять в карточке товара и увидеть, что там она пробить в поиске Яндекса, в поиске Гугла, и она довольно-таки нормальная. Да, не забывайте, что сейчас выставлены фотографии и видео будет выходить. Это будет месяц август. Им еще месяц расти. Они еще подрастут. Поэтому они будут больше, чем сейчас. Это факт. Порядок приема заказов и оплаты и доставки не изменился. То есть вы делаете заказ, к нам на почту приходит ваше письмо с заказом. Я вам перезваниваю, мы с вами уточняем. Только после этого вы оплачиваете. Теперь отправка. Если у вас предварительно оплаченный заказ, то мы отправляем в срок, когда начинаем выкопку. То есть, если вы заказали в августе, мы вам отправим только в сентябре. Ну, отправку мы начинаем примерно с 20 сентября. Ну, будем ориентироваться, конечно, по погоде, там, может быть, позже где-то, может быть, раньше. Но вегетация растений, второй срок вегетации растений, он происходит где-то до октября. Поэтому они будут еще расти. Ну, этого ничего страшного нету. Самый рост у них весна, конечно же, первая половина лета. Количество ваших предварительно оплаченных заказов отнимается от общего количества и находится под броню. Еще раз объясняю, если вы оплатили заказ, то ваше количество, которое вы оплатили сеянцев, оно отнимается от общего количества и находится под броню. И никому оно не продастся. То есть вы получите то, что заказали. Хочу напомнить, что неоплаченный заказ не является бронью. Проще сказать, нету ручек, нет конфетки. То есть, если вы не оплатили, то мы в бронь не ставим и не отнимаем ваше количество сеянцев. Поймите нас правильно, ну, заказов очень много, и мы не имеем просто моральной такой возможности держать сеянец для кого-то неоплаченным. Ну, просто люди другие оплачивают, и они уже уверены, что будет это все. Опять же, те, кто хочет приехать в сентябре самовывозом, учтите, что вы приедете, например, вот это все будет куплено, уже забронировано. И я вам скажу открытым текстом, что вы извините, я это не продаю уже, это люди заказали. Поэтому самовывоз, кто надумал, сами думайте, это вам решать. Проще всего, конечно, сделать заказ и оплатить его самовывозом, просто написать самовывоз. У нас 100% оплата. Минимальный заказ на сайте 5000 рублей, плюс отдельно оплачивается доставка. Оплата производится на расчетный счет организации ИП Филимонов ЕВ, то есть также будет оплата любой картой через робокассу, то есть там проблем оплатить не возникнет. После оплаты прошу обязательно связаться со мной и сказать, оплатили вы, и какой, и назвать номер, какого заказа вы оплатили. Также мы работаем с юридическими лицами.
без НДС, со всеми договорными документами. То есть составляем договора, все накладные, ради бога. С печатью моей, то есть, собственно, не проблема. Оптовым покупателям на сайте установлены скидки. Доставка будет Почта России, оплата фиксированная на Почту России на доставку. То есть вы оплачиваете саженцы плюс оплата почты. Простым, когда посылка идет простой почтой, то у нас получается, мы ставим примерно 400 рублей. Но она так и выходит. Коробка плюс там и сама пересылка рублей 300. Где-то получается больше, где-то меньше. Ну, в среднем так оно и выходит. Потом оплата есть авиа, первый класс. Первый класс идет, он побольше там идет, он идет побыстрее. Но не всегда побыстрее, потому что там по-разному тоже. Ну, есть, конечно, экспресс-почта, мы только сдаем посылку, они вызывают курьеров на почте. Ну, естественно, он приезжает сразу в этот же день. Мы, например, мы выкапываем утром, везем в обед на почту, курьер приезжает, забирает ее и сразу она уходит. То есть там буквально от 2 до 4 дней, ну там, естественно, по оплате намного дороже, там около 2000 посылка выходит, небольшая. И, ну, до Владивостока доходит иногда за 2 дня даже доходило, было такое. При заказе обязательно указывайте полный адрес, индекс, а также фамилию, имя, отчество. Вы поймите, это очень важно. Потому что когда вы присылаете письмо там такой-то, такой-то, Иванов и ИО, я долго гадаю, а на почте требуют или на СДЭКе пишут полное имя, отчество. Потому что вы будете получать посылку по паспорту. И будет сверяться, ну, имя, отчество будет сверяться однозначно. Чтобы я не перезванивал вас и не мучил этими вопросами, скажите, пожалуйста, свое отчество, скажите, пожалуйста, свое имя. Вся информация конфиденциальна. Про отчество я сказал. Номер телефона обязательно. И обязательно адрес электронной почты. Потом указывайте адрес сам. Когда, если вы заказываете почтой, да, в СДЭК там нужно только ваша фамилия и номер телефона. И ваш город, естественно. Если есть там отделение СДЭК, то оно, вы заберете очень быстро его. Только по номеру телефона и по фамилии, имя, отчеству. Предъяви просто паспорт. А на почте совершенно другое. Там нужно индекс точно указать. Индекс обязательно точно. Потому что индекс указали неправильно один раз. И она блукала 2 недели. Хотя было послано МС экспресс почтой, за все заплатили мы, как бы, наш потомник. Тоже не дело, ребята. Пожалуйста, я это не тратьте ни свое, ни мое время, пожалуйста. Я прошу вас, ну зачем вот это? Написали все грамотно, все нормальными буквами. И если трудно вам, то я не знаю. Сеянцы отправляют с открытой корневой системой. Выдерживают пересылку они до 12 дней. Ну, это до 12, это вообще они идут где-то от 2 до 4 дней везде по России. Ну, которые Сибирь, например, и Дальний Восток, они обычно МС заказывают там 4, 5, 6 дней самый большой. Ну, иногда даже простой заказывают. Вот у меня Сахалин даже заказывал, Южный Сахалин заказывал. Они доходили 12 дней в пути, и они прекрасно себя чувствуют, они рассадили, все у них растет, все хорошо. Ну, а если почта простой, прибавляйте 3-4 дня. То есть где-то 7 дней простой почты, например, ну, возьмем крайний вот эту отправную точку, Москва, например. До туда может идти 3-4 дня почтой, а может и 7-8 идти. То есть как попадешь там. И СДЭКи однозначно там идет не больше 4 дней. Иногда за 2 доходит, иногда за 4. То есть на нашем канале есть видео по выкапке
по упаковке, по отправке. Ссылки будут в описании обязательно. Также на нашем сайте особенно рекомендую посмотреть тем, кто заказывает впервые. Пожалуйста, посмотрите эти все видео, как мы упаковываем, чтобы не было у вас лишних вопросов, потому что видео все есть. Посмотрели, приняли решение, брать, не брать, это уже, конечно же, на ваше усмотрение. После отправки к вам на почту придет письмо подтверждения, где будут вложены файлы, фото ваших заказанных саженцев, сеянцев, а также квитанции, почты, либо накладная с ДЭК с номером, по которому вы сможете отслеживать посылку. Что очень важно, вы обязательно должны будете отслеживать посылку. Иногда посылка пришла, мы со своим, ну, перегруженностью в сезон не можем человеку позвонить, сказать, что мы тоже не знаем, пришла она ее отслеживать, мы ее тоже каждый вечер не можем, понимаете. Если каждые 20 посылок отслеживать, то мы, например, упаковали, отвезли, они все накладные все сделали, она ушла, как бы, а дальше мы уже занимаемся заказами на завтра. Мы не можем просто так, тоже, ну, это просто человек, чисто физически невозможно, поймите нас правильно. Да, большая просьба отслеживать посылки самостоятельно. В целях избежания долгого хранения на почте или возврата с ДЭК. Такие случаи были. Были и очень плачевные результаты потом, когда человек звонит мне и говорит, а вы посылку мне послали? Она уже давно на почте лежит, например, неделю. Я просто беру, вбиваю номер ИД, я говорю, я же вам отсылал на почту. Опять же, отправка не идет никакими другими способами, кроме как почты и транспортной компании СДЭК. Почему именно СДЭК? Потому что у нас с ними договор. С ними договор, и мы работаем хорошо и успешно с ними уже на протяжении много лет. Я с другими компаниями не работаю. Я не посылаю это поездами, автобусами. Я не принимаю заказы по СМС. Я не принимаю заказы по WhatsApp, я не принимаю заказы по телефону. Пожалуйста, учтите это. У вас для чего я не из-за того, что я капризный такой, и вот мне надо. Понимаете, когда вы делаете заказ, у вас появляется номер заказа. И он идет от отправленного до конца. То есть до полученного, как у вас появился заказ номер 007. И вы спокойно его отслеживаете. Вы знаете номер своего заказа. И он, например, вы в личном кабинете, если вы зарегистрируетесь на нашем сайте, можете отслеживать его. Он там переведен в оплаченный, переведен в отправленный. То есть вы знаете, что с вашим заказом случилось. И нам хорошо и удобно работать с заказом, когда он под номером. Вы поймите нас тоже правильно. Так, теперь о минимальных партиях. Прошу строго соблюдать. Я серьезно говорю, иногда приходит такой заказ, как портянка. И просто вот эти три листа, например, и можно расписать на ту колоновидную одна, и так человек набирает на 5000, и просто и потом это просто какое-то издевательство. Как мы можем, например, однолетку отправить одну или 10 штучек? Это просто не укладывается, просто никакие. Если в конверте, как гербарий, то да, возможно. Ну, есть строго установленные минимальные заказы, поэтому я попрошу всех их соблюдать, не тратить свое время. И мое тоже, кстати. Если заказ приходит с несоблюдением минимальных партий, то отправляется сразу в корзину и остается без ответа. Я прошу вас. Я, конечно, извиняюсь, но экономьте, пожалуйста, свое и мое время. Я могу пойти навстречу при минимальных партиях для своих постоянных клиентов. Я их всех знаю прекрасно. Они работают со мной не один год. Поэтому, ну, также и активных подписчиков моего YouTube-канала, которые оставляют комментарии, которые пишут, которые общаются, которые задают вопросы постоянно. Да. Если они попросят о минимальных партиях меньше, больше, там, будем договариваться, будем... Остальных прошу, кто впервые, ну, извинить, но надо было подписываться на канал, надо было как-то работать. Кто заказывает у нас не первый год даже, а уже есть, которые люди заказывают по 7 лет подряд, постоянные. То есть
с этими людьми я знаком, мы чуть ли не друзья, понимаете, мы постоянно звоним друг другу, ну, прошу понимания у вас. Теперь по поводу самовывоза. Самовывоз — это больная тема для нас. Самовывозом можно купить хоть от одной штуки, пожалуйста. Но обязательно строго по предварительному звонку приезжайте. Потому что приехать к нам можно будет суббота-воскресенье. В будние дни мы занимаемся отправкой сеянца, саженца. Ну, мы в субботу-воскресенье отправкой занимаемся, но мы находим время только выходные. Только выходные, извините, но больше времени мы не можем выделить. Потому что в будние дни, с понедельника как начинается, мы начинаем выкапывать, отправлять посылки. По 15 посылок в день, это, поверьте мне, очень трудно. И не надо проситься к нам посмотреть. Можно я приеду посмотреть? Вы поймите, это питомник, а не музей, не Третьяковка. Я понимаю, да, где-то все красиво, охота посмотреть, охота, чтобы я рассказал. Ну, в данный момент с пандемией даже с этой, ну, извините меня, ну, все, мы люди, все должны понимать. И я думаю, вы найдете понимание в моих словах. Обязательно по предварительному звонку. Если вы, вам желательно зайти на наш сайт, посмотреть, убедиться в наличии. Если вы звоните мне и говорите: Евгений Владимирович, можно подъехать, или Евгений, можно подъехать, мы подъедем через час. Ну, это никуда не годится, ребята, я занят, я вам, конечно же, скажу: нет, нельзя. Желательно позвонить за день. То есть вы звоните вечером и говорите: я подъеду там, например, к вам завтра. Во сколько там сможете, во сколько подъезжайте. Да, мы там, мы по крайней мере знать, что у нас такое. И желательно вообще просто сделать заказ на сайте. Вы сделали, написали самовывоз, а потом вы звоните: я подъеду завтра, например. Я уже буду знать, по какому заказу работать, а там что понравится вам выбрать. Если что-то свободное осталось, вы придете и выберете. Перед приездом обязательно посетите наш сайт. Убедитесь, что товар есть в наличии, цену сверьте. Можете даже позвонить мне, узнать там. Ну, и консультации сейчас, в данный момент, я веду строго по телефону. По WhatsApp, пожалуйста, даже видео могу снять, скинуть. Это не проблема. Так, далее что у нас? Еще раз обращаю внимание, прежде чем сделать заказ, оплатить его, рассчитайте свои силы и возможности. Сеянец идет с открытой корневой системой. Чтобы заказать, вы продумайте сначала, где он будет посажен. У вас должна быть готова земля к посадке сеянцев, укрытие для них, позволяют ли погодные условия. А главное, готовы ли вы ухаживать за ними в течение срока полной приживаемости растений. Поймите, что это вы получите сеянец, вы посадили за где-то за баней, и через пару лет придете, там будет красивое, хорошее дерево. Нет, так не бывает чудес. Извиняюсь. Кто, как говорится, хочет все и сразу, тот получит ничего и постепенно. Извиняюсь опять за каламбур. Ну, на этом, я думаю, все. И вопрос, который часто мне задают по интернет, ну, магазину и по отправке, и по оплате, и особенно по оплате. И вот часто я слышу, что по телефону, что в письмах пишут. Вопрос звучит так просто и дерзко. Я оплачу, а вы точно пришлете мой заказ? Вот это меня удивляет вообще. Если вы не уверены, лучше не заказывайте. Просто не заказывайте, и все. Вы говорите, что много мошенников. А я, если вы не уверены, а я уверен, что если я не пришлю у вас заказ, меня разнесут по всему интернету так, что мама не горюй. Я
просто уверен в этом. Не сомневайтесь в моей репутации или в моем имени, или какие мы вам саженцы пришлем, ну не заказывайте вы, если боитесь, если вы не справляетесь с открытой корневой системой, вы боитесь заказать. Ну то, что вы если оплатите, вам заказ придет, вам вернутся деньги, если у вас какие-то форс-мажорные ситуации в течение... То есть, если вы сделали заказ, оплатили его, у вас форс-мажорная ситуация, вы не можете то принять его. Вы просто звоните или переносите на весну, на осень, там, когда там, или просите, чтобы я вернул вам деньги. Такое тоже бывает, но в прошлом сезоне, например, девушка сделала очень большой заказ, ну, там, на сотни тысяч. Она просто отказала. Сказала, извините, ну, мало ли чего у человека в жизни бывает, я понимаю. Но мы вернули деньги в течение 3 часов. Ну, единственное, жалко то, что саженец, который был забронирован, и он не продавался все это время, понимаете? Поэтому рассчитывайтесь с его. И мы эту практику, конечно же, мы будем как-то идти навстречу людям, но с огромными суммами мы больше не будем так шутить. Ну, для кого-то это может не огромная сумма, для нас это огромная. Не очень было приятно, когда человек оплатил. Вот он забрал. Да, мы это саженец продали. И продали, кстати, по июшне, которую она заказывала, по более выгодной цене для нас. И мы забрали то, что есть. Но это нервы. Все это тоже невосполнимая утрата. Поэтому вопрос, я оплачу, а вы точно пришлете, ну, это маленько оскорбляет. Я понимаю, что много мошенников сейчас, много интернет-магазинов. Ну возьмите вы карточку товара, ну пробейте, есть на сайте раздел «Контакты», зайдите в него, посмотрите, там вся моя информация. Вы можете взять мой ННН, вбить в поисковик, посмотреть информацию всю организацию, что там не было ни судов, ничего. Просто не было такого возможности. Я не даю такие возможности людям, чтобы они обращались в суд. Хотя это вполне реально возможно, потому что ну, никто не застрахован. Поэтому я оплачу, а вы точно пришлете заказ. Я не знаю даже, как на этот вопрос отвечать. Поэтому тут чисто все на доверии. И я думаю, что мой канал способствует этому, и мой сайт, ну то, что мое имя уже, даже мое имя уже дает вам гарантию, что вам точно пришлют сеянец. Ну и там все по поводу предварительных заказов, уважаемые друзья. Ну, спасибо вам, что посмотрели это видео. Я думаю, оно будет познавательным и многие вопросы закроет. Лучше общаться о посадке, о консультации давать, чем вот размениваться на то, чтобы позвонить и узнать ваше отчество. Я не хочу. Вы, пожалуйста, звоните там насчет консультации, ради бога. Я всегда готов ответить. И как бы в письменном виде я отвечаю намного дольше, а по звонку, конечно, и по WhatsApp я. WhatsApp есть на нашем сайте, кстати, номер другой, чуть-чуть, но внизу есть. Он прекрасно все. Можно позвонить и узнать, какой номер у меня. Все, подписывайтесь на канал, что я могу сказать. Всего доброго, спасибо вам, удачи! С вами был Евгений Филимонов и питомник «Хвойный дворик».